приготовим вкусный закусочный торт из кабачков и куриной печени. Кабачок натираем на терке, немного солим и пусть отдаст лишнюю влагу. Куриную печень измельчаем и измельчаем один репчатый лук, добавляем яйцо, соль, перец по вкусу и муку 1-2 столовые ложки. Масса должна быть как густая сметана. Кабачок отжимаем, добавляем яйцо, муку и тоже до густой сметаны, солим по вкусу. Сковороду разогреваем, кладем масло, я кладу топленое сливочное, и выливаем часть печеночной массы. Накрываем крышкой, жарим 3-5 минут на медленном огне. Переворачиваем и доводим до готовности с другой стороны. Теперь жарим кабачковые коржи аналогичным способом. Натираем на мелкой терке сыр, у меня сулугуни. Делаем соус. Сметана, укроп, 2 зубчика чеснока, соль, перец по вкусу. Теперь собираем закусочный торт. Кладем коржи с чередованием и смазываем сметанным кремом. Пересыпаем сыром. Украшаем по своей фантазии. В украшениях используют ингредиенты те, что есть в блюде. Я посыпала сыром, бока украсила укропом, розочку сделала из печеночного коржа. Торт получился очень вкусный, сытный. Готовьте с любовью и удовольствием. У вас все обязательно получится. А сегодня пока-пока.